Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях», «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Первомученик Стефан. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидев славу Божию Иисуса, стоящего одесную Богу, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Богу». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свою одежду у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда. Библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.